мировое телевидение переживает этап бурного развития. Телезрители за рубежом уже сегодня могут смотреть несколько десятков разнообразных программ. Эту возможность они получили благодаря широкому внедрению практически во всех странах многопрограммных систем непосредственного приема телерадиовещания со спутников Земли и кабельного телевидения. Обе эти системы эксплуатируются в основном на коммерческой основе. Современные телевизионные приемники оснащены всеволновыми селекторами каналов. Это обеспечивает прием всех программ как эфирного, так и кабельного телевидения. Только на Западную Европу сегодня вещает более 10 спутников, которые передают 50 телепрограмм. А количество принимающих спутниковые сигналы установок превысило несколько миллионов. Телевидение России значительно отстало в своем техническом развитии от мирового уровня. В стране до сих пор не запускались спутники непосредственного телевизионного вещания. Почти отсутствует наземная распределительная кабельная сеть для приема многопрограммного спутникового телевидения. Явно недостаточно развито местное, региональное и сельское телевидение. Спутниковые системы страны сегодня обеспечивают распространение лишь двух программ российского телевидения. Проблема развития спутниковых и кабельных систем в стране уже назрела. Именно на их основе должна возникнуть качественно новая информационная структура России. Уже получили некоторые распространения системы индивидуального пользования. Но пока они используются только для приема программ зарубежных спутников. Эти сложные технические устройства базируются на самых современных достижениях в области микроэлектроники и компьютерной техники. Они включают в себя дорогостоящие зарубежные и отечественные технические компоненты, а потому и стоимость их еще достаточно высока. Приоритетным в прогрессии информатизации станет развитие систем коллективного пользования на базе спутниковых приемных устройств и сетей кабельного телевидения. И тогда россияне смогут увидеть жизнь всей планеты у себя дома на экранах телевизоров. Внедрение систем коллективного пользования требует развернутого производства современной приемной аппаратуры и техники для кабельных распределительных сетей. И, конечно же, необходимо наладить производство головных станций кабельного телевидения, которые обеспечат прием многопрограммного эфирного, спутникового и кабельного телевидения, а также передачи местного видеовещания. За рубежом они уже широко используются. В нашей стране иностранная техника этого класса может найти применение только в таких экономически сильных комплексах, как гостиницы «Украина» и «Космос» в Москве. Развитию многопрограммного телевидения препятствуют ограниченные возможности отечественных телевизоров. Они рассчитаны на прием только в 6-8 телевизионных каналах. Сегодня в стране этих телевизоров десятки миллионов, и выпуск их продолжается.
Поэтому так необходимы разработка и производство абонентских блоков, которые позволят принимать на существующие телевизоры до 24 телеканалов. Для небольших городов и сельских поселков использование сети кабельного телевидения может оказаться нерентабельным. Здесь более эффективны малые передающие центры эфирного телевидения, транслирующие не только местные телепрограммы, но и программы, принимаемые непосредственно по спутниковым каналам. Выход России на современный уровень телевизионной техники с учетом необходимых масштабов производства, обеспечение космической части перспективной программы развития отечественной системы непосредственного телевизионного вещания возможны только с привлечением мощной конструкторской и производственной базы конверсионных предприятий и их научного потенциала. Значительная роль в реализации этой программы принадлежит отечественной космической технике. Космическая промышленность должна обеспечить вывод на орбиты тяжелых спутников Земли, обладающих высоким энергетическим потенциалом, необходимым для непосредственного приема телерадиовещания. Интенсивное развитие российского телевидения не может быть обеспечено только за счет государственных вложений. Для решения этой задачи потребуются средства коммерческих организаций и населения. Реализация программы откроет широчайшие возможности повышения культурного и образовательного уровня общества, будет содействовать возрождению России и обеспечит информационный прогресс страны. Для комплексного решения этих задач и создана научно-производственная и предпринимательская ассоциация «Марафон телевидения». Учредителями ассоциации стали ведущие организации и предприятия отрасли связи страны. Основная задача ассоциации – широкое внедрение и эксплуатация систем непосредственного приема телерадиовещания со спутников Земли, местного, регионального, коммерческого телевидения и видеовещания в России. Марафон телевидения предлагает всем предприятиям, деловым кругам и частным лицам объединить на коммерческой основе свои творческие и финансовые возможности.